Здравствуйте! Эта пятница не совсем простая. Сегодня день лунного затмения. В такой день нужно избавляться от лишнего, что тяготит вас давно и тянет назад. Важно учесть, что это затмение связано с финансами, а значит расставаться желательно с негативными денежными установками. Будет здорово, если вы сегодня закроете кредит, если он у вас есть, или вернете долг. В общем, закройте какой-то финансовый вопрос. Звезды советуют сегодня работать над собой. В помощь духовные практики, творчество, все, что помогает заглянуть внутрь себя. А как разберетесь с собой, устроите уборку в доме. Сами заметите, что даже просто разбор гардероба или захламленного балкона подарит немало положительных эмоций. Хорошей пятницы вам и чистоты во всем. До встречи!